Владислава Александровича Третьяка представлять не надо, все же я это сделаю. Лучший хоккеист 20 века, человек, который в хоккее выиграл все, что можно. И последние уже больше 10 лет успешно руководит Федерацией хоккея России, уделил зрителям «Картина ТВ» несколько минут. Спасибо вам большое. Да. 20-0 по итогам первых трех игр на чемпионате мира. Как вы думаете, такой старт расслабляет нашу команду, либо наоборот разгоняет машину красную? Я думаю, что разгоняет. Почему? Потому что ребята только недавно собрались вместе, и новые звенья, молодые и опытные есть, такие как Дацук. В общем, хорошее желание у них есть. А они сегодня показывают такой, знаете, чисто вот советский хоккей, играют пас, не жадничают, друг друга отдают. И выигрывают, и много забивают, и получают удовольствие от хоккея, то, что это очень важно. Понимаете, когда человек получает удовольствие, он не помнит, что это тяжело, что трудно. И когда победа есть, и так много шайб, они получают колоссальное удовольствие. Это очень важно для сыгранности на будущие тяжелые матчи. Вы как-то проговорили, что важно, чтобы в Олимпийский год после такой красивой победы, да, и повторить такой же результат на чемпионате мира. Ну, как правило, вот так пока из статистики, кто выиграет Олимпийские игры, не выиграет чемпионат мира. Но будем стараться исправить эту ошибку. И наши ребята сегодня полны желанием, у них есть потенциал. Ну, будем надеяться. Владислав Александрович, для нашей компании это турнир первый. Как бы вот вы наше сотрудничество, может быть, благословили, если можно так сказать? Ну, я хочу сказать, что в первую очередь большое спасибо, потому что мы с вами делаем большое дело. Мы привлекаем много молодежи, чтобы они занимались хоккеем, потому что кто-то из молодых увидит этот вид, прекрасный вид спорта, будет сам заниматься, будет и будет действительно звездой играть за свои команды. Но самое главное, что вы помогаете нам пропагандировать этот вид спорта. И сегодня есть возможность, что именно через вас мы доносим до наших болельщиков вот нашу игру, вот ту атмосферу, которая есть, которая проходит на чемпионат мира. Поэтому спасибо вам большое. Сотрудничество очень важно, потому что, по-моему, это очень взаимно выгодно и нам, как Федерация хоккея, и вам, потому что мы делаем нашу семью все больше и больше. Почему? Потому что именно через прессу, через вас, вот, через телевидение люди увидят, что это за вид спорта, берут интервью, хоккейные матчи онлайн и так далее, и так далее. Это все способствует укреплению нашего вида спорта. Ваша жизнь – это хоккей. А вы сами хоть смотрите хоккей дома по телевизору? Ну, конечно, смотрю. Смотрю обязательно то, что мне очень интересно. Ну, а как больше, конечно, сборная, ну и команда ЦСКА, за которой я болею. Я, в общем-то, всю жизнь, 21 год играл за эту команду, поэтому смотрю. Ну, не только ЦСКА, смотрю финальные матчи, континентальные хоккейные лиги. Не все, правда, но то, что есть возможность, смотрю. Примите от нас пожелания многих лет, здоровья, спасибо, бодрости, спасибо, и, конечно, дойти до финала. Мы, «Картина ТВ», с вами из команды до финала. Спасибо вам большое за то, что вы любите хоккей, что нас показываете, что помогаете, чтобы зрители нас видели. Ну и всем болельщикам большое спасибо за поддержку на Олимпиаде. Хочу похвастаться, как раз, видите, у нас есть перстень. Еще хоккеисты не получили, я уже получил в день рождения. Это недавно, да? Это вот такой будет перстень у каждого чемпиона Олимпийских игр. Спасибо за поддержку и надеемся, вы нас поддержите и на этом чемпионате мира, который проходит здесь в Дании. Спасибо вам большое.